Интересно, у кого маска лошади одета? У меня. Побег из тюрьмы, самолет. Там подряд все надо, вот как идет, первое, второе, третье, прыгать нельзя. Да-да-да. Ну все, пипец, ребята, у меня типа это, миниган. Не-не, я что-то не хочу быть пилотом. Кто у нас там пилот? Давай я поставлю. Кто у нас там любит пилотировать-то? Да все, все. Я тоже не больно так. Ну, это... ну вы что там? График. В тюряге я можно... Готов, я? Да. Сорян, сорян. В тюряге можно менять заключенным, я уже привык, меня всегда это пинают, таскают там что-то это. Не, тебя лучше этим поставить надзирателем. Взрывателем? А, надзирателем. Ты с минигана как раз там заебись. Не-не-не, лучше я за тюремщика, потому что я тюрьму только за него прохожу. То есть я там уже, ну это, привык. Да садись в курму, куда вы на этой? Курму лучше, что ли? Нормально. Да, конечно. Поехали, ладно. Каждый сам по себе. Нет, тут же все в одну точку мы едем сейчас, и все нормально. Я просто отвык от этой курмы-то уже. Ну пока есть, я хожу покурю. Давай. Будет потом сейф купить, выложить лишнее оружие, то вообще неудобно. А какая херня? Ставишь, там столько стволов. Он, блядь, стоит еще полляма, по-моему, да? Да. Кто? На, сейф. Оружейный. Вообще пушку выкинуть и все модники для нее потерять. Ну, в прошлой сессии были какой-то чудак вошел, блядь. Все оружие он у всех отобрал, блядь. Да, есть такая фигня. Это он, короче, замер, убивал. Ага, и меня в будку засунул, скотина. Фуникулер. Я помню, в какой-то сессии играл там. Так на всех игроков костер заспавнил. То есть там ты бегаешь и горишь. Да, на поясе, ага, бывает. А я говорю, у меня вон туалет был с этим сейфа это двери железной. Это вообще жестко. Да, они бесят уже эти читеры, блин. Так, я что-то не в тот район заехал. Это что такое?
Эту цистерну взорвались. Кому-то граната в руки попала. Ну, началось. Думал, погиб кто-то. В смысле? Табличка-то такая. Да не, это... У тебя самолет сел, табличка. Ну все, лети давай. Сейчас Сейчас перебьем их, потом пускай спокойно улетает, пока не надо ничего. Сейчас я уже взлетел. Тогда на миссии я потом пилотом буду. А я подрывником. Я тогда тюремщиком. А я заключенным, да? Да-да. Я ну как ты или... Да, я сто раз так делал. Сто раз так делал, чуть спину. Ой. Так я достану Валеру, и будет его время. Валера, твой выход. Да, Валера, твой выход в качестве минигана будет. А у заключенного отбирают оружие. Да мне пофиг. Найду. Он уже там не прирос к рукам. Руки страшное оружие русского. Так, ну все, да, ждем. Мы уехали, да, оттуда с места. Да. Так, главное посадить. Так, еще где там бампер потерял на аэродроме, надо бы за ним заехать. Выйди, подбери, потом прикрутишь. Стеклышки еще там валяются. Так, сейчас схожу кое-куда. Угу. Танёк, автоприсал работает, не заметил? Нет, не работает. По крайней мере, с машиной работает. Не, за бампером сейчас надо вернуться. Если вижу, тебя тут легче станет. Ну ты где самолет сажаешь? А, вон где. Поняно. В Россию, походу, прилетел. Ох, и бог, как хорошо зашло. Ну утопи нас. Все под контролем, я же водитель. Кирилла. Все, отлично. Ох, как боком хорошо зашел, да? Да. Ой-ой-ой! Нет, нет, нет! Ааа! Нас что-то спасло. Хорош так уже. Да. И что? О, мне золотишко подкинули. Медальку. Не просто так съездил. Да 19 тысяч вообще ни о чем. Лицезрей машину под водой.
Да. Сколько мне там 10 косарей за нее будет платить? Да нет, она еще, наверное, уничтожится. Мы же это успели. Ну да. Поэтому все нормально еще. Транспортное средство не написано же было, что уничтожено. Хотя да. Блин, надо было тебя, Рафик, посадить за руль. Чтобы у тебя высчитало из этих страховку. Да-да-да. Типа ты уничтожил, на, плати. Раньше все время делал. Вдруг за руль сядет, я тачку взрываю свою. Да-да-да. Плавали, знаем, да? Кто за рулем, тот и виноват. Меня бесит, если это на рампе по городу покатался, покатался чуть-чуть, машину поподкидывал, потом заезжаешь в этот, починить ее в гараж, блядь. Что-то бешеные суммы такие выставляют. Прикольная такая. Какая что-то футболка такая с рукой. Какой рукой, блядь? Давно так миссии подряд не проходились, просто так. А, ну да, футбол. Обычно кого-нибудь собираешь, одни додики какие-то, блядь. Там что-то взорвется, кто-то суициднится. Кого-то еще. Сбестит, начинается война между собой. Так, нормально, дождь. А я только байк закрыл. Ладно, убирайте. Моя золотая курума. Поставьте точку. Люди. Алло. Прикинь, звонят, вы работаете, говорит, в Кристалле, блядь, уже 3 года прошло, сука. Да мне постоянно. Пиздец, блядь. И в основном это Столбинцевы, блядь, блядь. Ну, местный, есть, кстати, местный номер. Я несколько раз говорил, купил закрытый уже. Да, звоните Барабонину, да, фирма закрыта. Да. И номерок Барабонина, смс-ка хуяк скинул, ебать. Камеры можете сжечь. Не, ну или как мы продать, блядь. Ну да. Продаются они тоже легко, прям вообще нормально. Тихорму догнал. А, этот вертолёт взрывает. Серёг задымился. Началось. Да ёп! Бетон на мешалку ёбану. Чё-то контров это много. А, бля, не в ту! Ох, ёпт, сколько тут этих ментов.
Да. Так, все это, вот дело вроде убил вертолета. Или нет, живет что-то. Да блин, что за фигня? А вот все. Ничего, вы вышли, блядь. Ну, началась теперь война. Так, ну я тогда за... Нет, блядь, меня дочь орёт. Да, да. Сейчас я. Давай. Руку прищемило, блядь. Упло. Вы, кстати, знали, что литые диски бесплатные на тачке и на мотике? Не знаю, я вчера покупал. Вот байк вчера купил, зачиндовал его, литые диски поставил, там все бесплатные. Ну поехали, поехали, Саня, хули стоишь? Я еду. Так копов тут будет все. Новую одежду чистую выдали. На разворот. Надо их перемочить, чтобы они, блядь. Ну я уже этим занимаюсь. Кто сейчас такое было? Коповская тачка едет, взрывается. Сама по себе. А ты там от ментов оторвался уже, нет? Я оторвался. Нет еще, не знаю. А мы их тут это сдерживаем. Ты, Ваня, наверное, сюда не едь. Да а чё они на меня агрятся, все равно не будут. А чё здесь? Ага. Такое море. У нас тут пробка, бля. Барон. Мы им проехать не даем просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да-да, уходите. Ну ты едь потихонечку. Отходите, а ведь он там еще убивал. Да нам, в принципе, не обязательно уходить. Не обязательно. Блять, да кто мне названивает, сука? Алло. В смысле, его Орский, что ли? Ну я не знаю, сегодня получится, не знаю, нет, может на днях заеду. Ага, все вот доброго сны. Вот заебали, каждый день названивает. Извините, пожалуйста, мы не справляемся, нужна помощь, да? Кто? Мне что ли звонили? Там по работе, блядь. Пошли нахуй, у меня отпуск. Не игра. Я тут 10 лямов скажу, да? Ну да, блядь, я тут деньги зарабатываю, ёбаный рот. Ну чё, изи-пизи, ёбаный рот. Ну, изи-бризи, водку спиздил. Что это такое вообще было? Я выстрелил. Два раза не будет, короче.
жизни. О, главное из интакции. Интересно, почему у тебя тюремная проба в магазине стоит 500 косарей или 600? И им бы нахуя он не нужен. Нет, я тоже думал, может, что... Может, его мы не можем заметить? Он на этом, на вас сроки продает. Ему поставить. Военной техники вот это же. Ну, это работает просто там всякие, блядь. Зато не отвечать надо. Тренировку подставить еще. Папа, и хули мне по бокам. Ну, ксенон сабвуфер. Крылья, блядь. А главное, это ракета. Само собой. Парашют, да-да, парашют, ракета. И это оборудование для сапёра. И впереди что-то шарахты было, да?